Всем привет! Итак, сегодня уже воскресенье. Стройка у нас продолжается. Цветочки цветут. Не хотите, покажу все. Это Минервочка. Это вот павильон стоит. Не успеем, короче, сегодня сделать. Скорее всего, дождь обещают. Так, вот здесь уже три штучки сделали, забетонировали. Последний остался, но у нас бетон закончился. Конечно. Вот, еще тут такая дырка. Короче, не рассчитали, бетона не хватает. А магазин закрытый, поэтому и не успеем. Вот, крышу собирать не будем, а то мало ли ветер улетит. Вот так. Да? Прошлась. Везде листья обрезала снизу, чтобы более-менее пробивалась. Вот красота какая. Ой, кайфую. Шнятина. Идет фестиваль. Куда ты? Ну так что, Миша? Красота пахучая. Ну что так положишь, то же самое. Что, занесем, а то зеленый обратно? Ароматерапия у меня с самого утра. Хотя сейчас уже не утро, но я уже их понюхала. Смотрите-ка. Я его спрашивал, дыня. Масенькая. Нежнятина. И вот красавица. Почти распустилась. Но уже пахнет, Такая сладенькая. Че, так никто не догадается, да? Да, но еще... Зачем туда 2-2,5 идет? Красота. Просто чисто. В общем, это розочка. Айсфогель. Завтра 2 купить? Маленькая еще. Еще она еще не выдала всю свою красоту. Все, все впереди. Ну да, убираем это. Саша уже начал камни вытаскивать. Ставим ждем. Вот. Ну, в общем, так. С камни мы должны сами вытащить. Стойки пойдут для карпорта. Мы еще заказали контейнер, чтобы туда мусор сразу выкидывать. В общем, так не получится. Тоже заплатил деньги, здесь привезли, все сделали. Нет, еще нужно самому. Чего тогда поделать? А там после дома. Я даже с этой стороны красивее выглядит. Нет, это я сбуду шпангут. Сейчас затяну. Одним. Короче, у нас бетон закончился, да? И теперь все переносится на завтра. Остальное все. Осталось-то тут вот. Осталось-то только вот тут. И что, какой план на завтра? Осталось только вот одна. Вот это. Без бетона больше нет. Вот эти ножки можно прикрутить. Если полчаса паузы я сделаю, то полчетвертого я закончу. Вот. А так... Получается, что они, вот Саша с папой уже вот здесь вот подготовили, уже все выкопали, вот. Тут выкопали, тут. И вот тут еще. Так. И вот здесь. И здесь выкопали. Красота. Вот здесь будут стойки стоять, как вы понимаете. Вот. Ну хорошо. Все успели, все сделали. Это мы завтра выкинем. Вот это вот. Вот, как раз парк-плац будет уже свободный. Вот так. У меня, да, родные, но я хочу посмотреть, надо еще. Крышу опять же мы не собираем. А то будет ветер, улетит.
Поэтому оставили пока так. Завтра все сделаем. Завтра, получается, зальем. Мне надо первый, который... Последнюю вот дырочку. Дырочку, техническое отверстие. Ямку. И их же установим. И дособерем уже все. Весь павильон. Хорошо. Ну, парк-класс уже свободно. Хорошо. Завтра, получается, только будем этим заниматься. И уже все, тогда можно погреть. Печка уйдет. Решили с Сашей пойти погулять. Вот эти вот, его, вот в этих, вот в этом доме, они вот тут бегонии посадили, вот в эти на подоконник, или как, не знаю, как они, там закрепили горшочки, и вот они цветут все лето, и ничего с ними не становится. Внизу, да. Вот эта розочка мне нравится, она такая красивая. Я не знаю, что это за роза, кто-нибудь знает, что это за роза? Офигенная. Да. И вот мне понравилось, что посадили бегонии. Они, походу, такие неприхотливые. Они, блин, как будто с ними ничего не происходит. Они просто иногда там падают вниз, и все. Так. Не, да нет, настоящие, просто живые. Искусственно открывают вот так. А, ну... Все, не, на самом деле. Прикольно так. Они хорошо так смотрятся. Угу. Я не знаю, может быть, вместо герани или реально бегуни посадить. Ну, красиво. Кстати, бегонии, они могут и дома расти тоже. Вот. Так, ну, сейчас. А вот сейчас там эти будут. Как они называются? Они как? Лимоны? Как все цветы называются? Не знаю. Не знаю. Огородница. Я? Какая я огородница? Я нубяра. Все быть. Цветочки? Цветочки? Мне тоже. Да, конечно. Но они всех розы. Не всех, нет, только тех, которые мне понравились. Вот здесь тоже розочки. Прикольные. Ну как? Вот что-то им тут не хватает. Так бы могли бы обелить свести. Вот эти тоже мне нравятся. Какие жесткие. Вот эти розочки. Но они большую площадь занимают. Ну все, потом дальше уже ничего интересного не будет. Всем привет. Так, сегодня у нас уже понедельник, 19-е. Посмотрите, как вам айсфогель цветет. Ой, да, травка сюда попала. Какой красивый цветочек. Видите? Какая прелесть. Какие красивые лепесточки прям. Прям гипноз. Не видно, смысл, большой стал, видите, был такой маленький, а все-таки распустился большой. Красивый. Ну, Марлис. Даже красивый, да? Ну, лярвочка. Все еще цветет. Папа ни в какую не хочет. Как по инструкции засыпал, залил водой. О, по старинке. В ведре мешает. Ну, главное, все быстро делать, он моментально застывает. А зачем так открывать? Ну как? Почему с ножницами сверху не отрезать? Сейчас ты здесь все рассыпешь. На маме дышит. Видишь, пакет? Специалисты. Так я тоже хотел насыпать. Так. Леонардо, прям издалека так. С террасы смотришь, прям такое пятнышко, такое цветочное, такая красивая розочка. Ой, жалко, конечно, не пахнет, да? Тут цены ему не было вообще. Так, здесь вот тоже распустились. Цветочки, ну это второй куст мой. А так посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Какая прелесть. Посмотрите на этот цветок. Посмотрите, какой красивый. Тоже гипноз, да? Ай, свет. Сейчас тень сделаю, чтобы свет передавался. О, вот так. Видите? Как
какой-то такой бархатный, такой темно-темно-малиновый. Вообще он был изначально красный, а потом, да, вот, распускается, такой более темно-темно-малиновый становится. Холоднее становится, да? Какой красивый цветок, да? Какая нежнятина. Ой, какая вкуснятина, не нежнятина. Нежнятина вот. Вот нежнятина. Ой, кайфую. Ну, конечно, эти цветочки долго не держатся. Но зато они так пахнут. Они так пахнут. Ой. Я же, конечно, их купила специально только ради аромата. Ну, я думаю, когда они вырастут, тоже будут офигенные. Ну, дольше, потому что они будут держаться, наверное, да? Как вы думаете? Какая красота. Обрезала, когда задела чуть-чуть один цветочек. И он хопса, и рассыпется сразу. Я думаю, сейчас тоже этот дотронутся, тоже, наверное, рассыпется. Так, Сабриночка. Нежнятинка, смотрите, какая. Какая прелесть. Вот так. Рассчитываем уже сегодня с павильоном закончить. Надо сюда уже гриль все перетащить. Потому что террасу нам тоже надо будет освобождать. Сейчас Саша уже машину уже перепарковал. Уже чтобы потом... Уже чтобы голова не болела, уже сразу перепарковал. Вот. Это дырочки, то что он тут накопал вчера еще. Вот контейнер заказали. Сюда выкинуть, значит, мусор строительный. Вот, надеюсь, сюда все влезет. Уместится. Такой контейнер. И вот эту землю потом тоже туда выкинем. Что-то никто не приходит, не забирает. Уже бесплатно. Мы выставили объявление, сказали, забирайте. Хорошая земля. Нет, никто. Что-то мы пришли, пришли. Один кто-то пришел, пару ведер взяли и все. Вот так. Нет, я не знаю, когда она уже распустится. Вот так, сколько дней уже стоит так. Ладно. В общем, не уходите. Буду показывать вам результат. Ребятки, всем привет. Сегодня у нас понедельник. Ой, какой понедельник? Вторник. 20 августа. Так. Вчера, конечно же, не успели все наделать. Нервочка красавица. Вот, все, что успели. Потом стемнело. И пришлось закругляться. Здесь вот только вбили эти анкера. И только колпачками закрыли. Не стали затягивать, потому что бетон еще до конца не просох. Подождем, не знаю, несколько дней или недельку, а потом затянем. Вот здесь вот вообще не вкрутили, потому что это вообще свежезалито было вчера, да? Вот. Так что павильон мы не собрали. Будем это сегодня делать в срочном порядке. Ну и, конечно, сейчас скоро подъедут. Подъедет фирма собирать. Карпорт. Это будет отдельный ролик. А сейчас пишите комментарии, всех люблю, всех целую, всем пока.